Две блондиночки словили смешинку. Блять, я так это эти ищу, короче, у тебя наушники там, блядь, бомбоны распиданы. Понятно. Здравствуйте, здравствуйте. Пули белые. Прикол. Приветик. Мазуцкий, Ткаченко и еще кто-то. Еще Безбородова Арина. Ага. Прикольно. Ой. Бля, сука. Подожди, у него телефон разобьется, держи. Я виновата, думаю. Че, разбился? Нет. Ага, я, блядь, нахуй не раскатилась. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Кто устал? Где любимое платье? Написал. Не знаю. Дырхстуй. А, ну да, точно. Где платье, блядь? Кожно. На которое харкнули. Это наши постоянные зрители, да. Чего харкнем? На юбке. Пиздец, варили харкнем, Надя охуеет просто. Мне кажется, она сразу выбросится из окна. Вот она ведь раздается будет на ной. А кто написал? Это вообще кто такой? Не знаю. Он пишет, бля, го. О, Добшик смотрит, здорово, Анька. Здорово, Добшик. А что за... Как тебя зовут? Ты кто? Может, мы его знаем? Хай, Добшик пишет. Хай. Алинка. Фу, нахуй пишет. Вот, слушайте, охуелки, я тебя заблочу сейчас. В смысле, блядь, фу? Тут, блядь, две богини сидят. Реально. Ты на кого вякаешь? Школа, да, школа. Школа. Он пишет, Ника знает. Блядь, кто такая Ника? Я не знаю, тут Ника. Вероника. Это кто? Ты кто? Как его писают? Дрыхстуй. Закрой ябло. Все, блокируй, придурок. Все. А, это... Нет. А кто коричневый? Приветик. Нас смотрит 13 человек. Привет из Эстонии. Привет. Вы чё всегда на физру ходите? Ну, потому что фитоняшки. А чё вы на полу лежите? Нет, Лиза на скамейке, а я ёбнулась просто. Да. Бля, сексухи. Спасибо. Бля, чё есть, то есть. Была и Персиянов. А, это Персиянов. Кто? Персиянов. Подожди, это Гриша или Ваня, который? Вася вообще-то. А, которая не Лиза, ты огонь. Ты не знаю. Привет из Казахстана, здорово. Здорово, бля, че ему спится? Вася. А, я тебя вообще тоже знаю. И Ника. Ника, пиздец, что такое Ника, я не знаю. Блять. У не Лизы фигурка вообще огонь. Не Лизы. Это кто написал, из Эстонии? До... Дон Эд. А, спасибо. Охуенно знаю такого. Чё? Да, эстонец. Что-то Максаныч там пишет, да? Нет. Нет, это... А, сверху. Да. Я хочу трэша. В смысле не спится? Гохаркач, приезжайте к нам. А. Близко, блядь. По трешке. А, потрещим. В Таллин. Не, спасибо. Ах ты чё, го, завтра смотаемся на выходные чисто. Да, бля, я верю. Сядем на мотоцикл, поедем. Доедем обратно, да. Дрхсту опять присоединился. У нас 13 человек смотрят. Всем привет. Ну вот, короче, ты нянька приезжает. У меня мама там посмотрела рецепты. Перловка с брокколи. Моя батя элитное блюдо. Вот, я верю, что... Русский шик. Ага. Билеты, хуйня стоит детально, 50к туда-обратно. Хуйня, у меня завалялась какая-то. Сейчас, подожди, труса завалялась. 5, вчера как раз 50 косарей. Привет, вам тоже. Привет. Приветик. Тогда было чет 40 или 50 человек. Ну, может, харкали, может, сейчас не будем харкать. А что, это постоянно шпана, что да. ли? Ты откуда? Но, Лиза, ты чего там ешь? А, не Лиза. Яблоко. Вероника ее зовут.
Ты сколько это яблок уже заебал? Не знаю, мне кажется, это 40 же, блин, засоило. Слушай, откуда я? Так он же сказал, кто он, ты Персиянов. А, это Персиянов, да, который Вася. На харчики смотрел? Да. Нихуя у нас. Как память. Не Лизу? Вероника. Вероника. Сейчас выкину. Ладно, фух, здесь поставлю. Здорово! О, это, Вероника, покажи ноги. Бля, у меня прическа. Яркий бумеранг. Это... О! Мы знали звезду! Настя, сделай просто лицо. Да. Пацан написал такой, типа, это... А чё, на Харкаль будете на юбке или нет? Ну чё, Саш? Чё, наваляюсь? Ох, опять небоходу. Чё спрыгнуть? Мы снимаем трансляцию, нас может 14 человек, можете поздороваться. Давай снимай, как раздеваться будут. Нихуя ты жуник, пацан, пиздец. Лизан. Угу. И Веронику почаще. У тебя фанат появился. Эстонец. А, эстонец? Ну чё, замуж за иностранца. Сейчас будет истерика, ха-ха. Лиз, давай заканчивай. Заканчивай. Так, разбирай тетрадочку. Что такое? 17 человек. Да, я списываю. А кто химию сделал? Кто химию? Ты списывала химию? Нет. Он пишет Веронику на зарплату по 2000 евро. Давай к нам. Билет не бывает. А он такой, билет вообще хуйня, стоит 50 косарей. Мы такие, ха, вчера как раз было 50 косарей. Кем? Сейчас подожди, я достану. Кем? Кем? Кто смотрит опять? Тут левые все. Почему сразу просили, я не понимаю, Настя. Ну, ты никого не знаешь. Жить пересходим. Только Юра вроде мазутский. Что, блядь, что за песок? Привет, я не знаю, просто. Привет, девчонки. Привет. Можно сейчас переводить меня? Привет, красавчик. Лиз, можно я сейчас не показывать, я буду переодеваться? Можно, пожалуйста, пожалуйста. Покажу. Сука, я же так и знала. Фига, кек вообще. Лиза! Это смешно, Лиза, реально. Да Соня, останавливай. Я на себя. Лиз, а мне, блядь, переодеваться не надо? А мне, типа, тоже не надо переодеваться. А, типа, никому не надо переодеваться. Вот они, вот они. Вы красивые, спасибо. У меня цвет лица такой, естественно. Как будто сдохла полиция. Я самый красивый парень в мире. Лиза, любишь меня, конечно. Надо переодеваться, чего стесняться? Не надо стесняться! Какие глаза мокрые. 27 человек смотрим. Украли. Сколько? Да нет, мы такие нет. Все, Лиз, давай. Вы такие нет. Снимай. Ладно, пойду мальчиков снимать. Я мальчиков пойду снимать. Все, хотите трэш, снимите. Подожди, трансляция, 25 человек смотрит. Давай я им покажу, что. Давай, давай, давай. Да давай. Тут все левые, тут нет знакомых. Да давай, что стесняешься? Смотрите, на горячие попки вы хотели. Зарезать не могу. Красиво, Андрей. Бля, фу! Ладно, все. Уби! Сколько нас смотрит? 26. Чё, ну, когда я бомбу взорвал, Кристина 256 смотрела. Бэээ. Жопа в говне. Это волосы были. Это Мария Бухи. Иди к девочкам. Чё за школу? Бери гопников. Где Зернов? Чего? Бэд бой! Person fight MMA. Только на его попу. Давай жопу. Коль, присоединяйся. Коля, не, у меня персик, а у меня наканчивается. Давайте, за какую попу? Шуба, короче. Нет, русская номер один, хачинская номер два. Вы за какую? Молдавская, скорее. Пишут, фу-фу, бери пидоров. Как мы тебя уберем с трансляции туда? Сам выйди, блядь. Натуре. Такой ленивый, блядь. Жалуйтесь блядь. На трансы, пишет. Волосатые лучше написали. Все, пошла. Это сама написала. О, Паша пишет, фу нахуй. Пишет? Фу нахуй. Или Паша, он, блядь, всю прическу видел. С бородой лучше, бери. А что мне нравится? Нас супер. Хотите на девочек посмотреть? Нет, это сильно жестко, не смогу. Я снимаю! Да я шучу, я себя снимаю. Да, мне на то, что да не реально. Реально, она сейчас тебя снимает.
Че, снял пацанов лись? Да, они жопу показали, Зернов и Андрей, вот так. Ой, и все такие, фу, жалуйтесь на трансу. Это первая гимназия, да. Пишет Вероника, где? Хотите, покажу? Она теперь девается как раз. Ладно. Ну что, люди, надо прощаться. Все, короче, до свидания. Пока! До скорой встречи. Блядь.